Всем привет, 9 сентября, 10 часов, приехали на место. Вон туда же, где вчера были, маленько. Машину подремонтировали, дорогу маленько подремонтировали. Отсыпаем потихоньку. Все, идем на место. 11.09, 40 литров собрал. Взял 60, сейчас 20-ку еще доберу. И на выход. Вчера полную машину загрузили. А сегодня как-то так же. Или даже больше. Ягоды еще пока есть. Нормально. Одиннадцать тридцать семь, все, 60 литров готово. Выношу. Это не на вон туда, в этот лес. 13.47, еще 60 литров собрал. Тут еще много ягод. Тут еще работать и работать. Ну, на сегодня нам хватит тут ягод. А потом подумаем. Куда ехать? Так. Сейчас так аккуратненько пройду тут. Еще на кочках были в прошлом году. Ага, есть. И тут маловато. А нет, тоже есть. Да, еще работать и работать. Может, даже еще и на еще один день хватит. Сейчас отнесу, смотрю, что у меня там коллеги. Сколько собрали. Может быть, сюда их притащу. Ну, вот этот вот невысокий лесочек. Здесь будут ягоды. 16.00. Последние 60 литров собрал. Ведро здесь и два ведра там. Все, выхожу. Сегодня собрал на 11500.